В лагере «Буревестник» началась профильная смена IT-территория. Елабужский институт Казанского федерального университета уже четвертый год стал организатором смены лицеистов. Наши студенты во время этой смены выступают вожатыми. Надо сказать, что все студенты, которые будут работать в этой смене, они прошли серьезный отбор, прошли обучение. И нам очень радостно, что у нас вот есть такой свой полигон для отработки педагогических навыков. И у студентов есть такая возможность выступить вот в своем домашнем лагере вожатыми. В этом году с 1 по 18 июня в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» отдохнут 84 ученика лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета и IT-лицея с 7 по 10 классы. Больше половины ребят приезжают сюда уже не первый раз. Им нравятся увлекательные уроки, комфортные жилые корпуса и дружеская атмосфера. Данную профильную смену мы проводим в той цели, чтобы выявить и из вновь поступивших лицеистов более талантливых, одаренных детей, как для олимпиад по математике, информатике и всех остальных профильных предметов. В эту смену детей ждет насыщенная образовательная программа по 5 направлениям – олимпиадная информатика, математика, английский язык, интеллектуальные игры в формате «Что, где, когда». Для участников смены будет также организована развлекательная и оздоровительная программы – спортивные игры, интеллектуальные квесты, логические игры, турниры и многое другое. Мария Пенигина, Ильшат Ахмадеев, Денис Сипайлов, Универньюз.